вообще шаманюк бы нам уделать. Ну ладно, динозавры, скорее перезаряжайтесь. Давай тетку уделаем. Яйцу сейчас хана придет. Так, тирексик пошел, тирексик, давай. Давай. Молодец. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем играть в Динобаш. Нас ждет 63 уровень, я надеюсь, что сегодня в этой серии я хотя бы один уровень пройду, потому что прохождение стало просто нереально сложным. Давайте чем-нибудь улучшим. Я купил себе опять кристалликов, как обычно, и нашего супер-пупер динозавра Рокки мы сможем прокачать только на 70 уровне, но, ребята, у нас же есть Тирексик. Я его практически не качал, поэтому сейчас мы этим займемся. Возможно, раза два его смогу прокачать, посмотрим. Так, за 30 кристалликов. Окей, поехали. О, и за 40 кристалликов. О, и за 50 я уже вряд ли смогу. Но все равно у нас динозавр уже довольно-таки неплохо эволюционировал, можно так сказать. Мы надели на него деревянную броню. И сейчас этой броней рванем в бой. Снаряды. Ледяная бомба. Я вот ее вроде использую, но... Улучшить. Нет, а что за кристаллики никак? Вместо монеток-то, не? Нет, не канает. Особые предметы. Но здесь, ребят, для нас нет ничего особо интересного. Дождевая точка какая-то появится на 79-м только уровне. Ладно, погнали, ребятки, на 63-й уровень. Вот наша толпа. Тирексик прокачанный. Погнали. Ледяная бомба, взрывчатка и шрапнелька, да. Ну, все, остальное я ничего не беру. Понеслась, ребятки. Посмотрим, что у нас изменилось. Как сильно у нас... Я в прошлой серии, по-моему, прокачивал Тирексика. И он у нас довольно-таки неплохо стал мочить этих теть-моть здоровенных. Давай посмотрим, что сейчас будет у нас. Я его уже два раза качну. Так, значит, у нас чуваки со щитами и с дубинами бегут, да? Яблони улучшаем скорее. Что-то я туплю, короче. Давай, ловите шапнельку, ловите бомбочку. Эх, на одного. О, опять эти аниматоры поперлись. Лови. Есть. Нормально так жахнуло. Ну чё? Кого упускаем? О, какой ты тормоз! Надо больше народу. Больше народу. Так, давай вот этого чувачка запустим. Он же не замечает! Блин, я забыл! Я забыл, что динозавры не видят этого чувака! Блин, хана яйцу! Хана яйцу, бомбочка, давай! На тебе! Ну! Есть, готово! Чё у нас? Ледяная бомба! Чё, тормозной, давай, беги! Бабах! Готов! Давай вот этого чувака... Да что?! Не надо мне такого счастья, ну что такое? Ой, это 20 кристаллов, не, я хочу спецпредложение какое-нибудь, алло! Нет! Все, один удар! Хана нашему яйцу, продолжить, я не знаю, есть ли смысл продолжать? Ну, это бесплатно же? Да, за рекламку. Ты получаешь супервалун, да, я молодец, супервалун, за что мне супервалун, непонятно. Ну, эй, куда? Я ж нажал продолжить, за что? Чё-то я не понял. А что означало продолжить? Я даже рекламу посмотрел. Начинаем сначала, ребят. Да я говорю, уровни просто нереально сложные. Я забыл про аниматоров, они у нас бегут. И их здесь такая толпа, что просто пес. Ладно, сразу улучшаем яблоньку. И ждем, кто у нас там. Этих чувачков, наверное, пропускаем. Мы сейчас нашего Рокки пустим. Он их всех завалит. Ждем, пока у нас улучшится яблоня. А, супервалун, на всякий случай нам, когда эти аниматоры поближе подбегут, можно копнуть супервалун. Вот они. Ледяная бомба, лови. Лови! Эх, далеко! Не, заморозился нормуль. Давай сюда шрапнельку. Сейчас этого чувачка бомбанем. И тех чувачков бомбанем. Крутяк. Ну ладно, это пусть бежит. Это нам не страшно. Нам страшны аниматоры. Ладно, пошел Рокки. Бомбочка, я надеюсь, бомбочка. Бабах! Нет, не помогло. Так, шапнелька. Надо качать снаряды, короче, блин. Да серьезно. Хоть бы ты отравился, а, чувак. Бабах! Еще один, да ладно. Да как. Надеюсь, нам это выиграет время. Нет, смотри, мы замочили его. Фух, так, ну что. Нам нужно яблоньку, наверное, улучшить. Опять, смотри, аниматор бежит, ему не имется, его волном придавило, но ему мало. Так, давай, Тирексик, давай, пошел. Снаряды бережем, ребятки, снаряды нам пригодятся для аниматоров. А, нет, смотри, давай, вот этого чувака нам нужно срочно одолеть, иначе будет все печально. Так, ладно, остальные снаряды бережем.
будем выезжать на динозаврах. Смотрите, рэпчик-то у нас, он неубиваемый. Ха-ха, прикол. Так, шаманюги, ну-ка ловите, я надеюсь, шапнелька вас уделает. Да, готово. Глаза крестиками. Давайте, рэпчик, я чуть-чуть зря качал, что ли. Мочи, где аниматоры? Вот он. Вот он, аниматор. Я надеюсь, сейчас он заморозится, отморозится. Да, ну, как бы нормально. Сейчас его добьем чем? Шапнелька, наверное, добьем. Пока у нас тормозной такой. Бабах! Готово, готово. Теперь главное не проморгать других аниматоров, потому что это просто жесть какая-то. Так, что у нас там? А это все, что ли? Это последняя тетя Мотя? Так, давай у нас пошел кто? Брахио, ты, по-моему, зовешься? А нет, еще одна выходит. Смотри, это не последнее. Не последнее создание. Тирекс очень долго у нас перезаряжался. Давай еще один Брахио, давай. Так, аниматоров нету? Аниматоров нету, крутяк. Так, ну что? Рокки. Рокки. Рокки, давай, Рокки, пошел. Давай, Рокки, мочи! Баба! Толку вообще что-то не особо. Аниматоров нету? Блин, вот этих копеечков надо уделать и молоточников. Так. О, и шамана еще вот сюда. Бомбанем. Кто здесь сейчас нашаманит нам? Так, все, готов шаман. Заморозочка, круто. Где мышка? А, вот она. Мышку потерял. Стопы, тетки идут. Тетки наступают. Ну, у него хпшка, смотри, осталось-то сколько. Этого чувачка давай запускаем. Где? Аниматоры? Нет, аниматоры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, молоточники. Так, кто? Брахио. Давай бомбочку сюда. Ну, мне кажется, бомбочка не поможет особо. Ну да, не особо. О, ледышечка, давай. Давай, ледышечка, шапнелька. Да еще одна тетка, вы серьезно? Так, стегозавра замочили. Так, ну-ка давай, Рокки, пошел. Последняя волна. Да елки-палки, тирексик, скорее. Эх, ударила по лицу, смотри, пол хп у яйца у нашего отняла сразу. Вы ж, я надеюсь, динозавра шмаляете? Не по яичку по-нашему? Да, вроде в динозаврах. Вроде как. Так, давай. Давай. Тетка подходит. Да елки-палки, такая толпа. Ну ладно, давай, наверное, мы будем копеечка в копейщике. И молоточники для нас это особая такая проблема. Аниматоров вроде не видать. Так, еще шаманюк бы нам уделать. Ну ладно, динозавры, скорее перезаряжайтесь. Давай тетку уделаем. Яйцу сейчас хана придет. Так, тирексик пошел, тирексик. Давай. Молодец, тирексик. Занял место. Как? Ну давай, ярость динозавра. Еще один тирексик пошел. Метелька, сейчас всех заметелим. Так, что у нас, два тирексика? Два тирексика полностью в деревянной броне. То есть два одинаковых тирексика. Ну, я надеюсь, сейчас вывезем. Там аниматор был, блин, я пока эту шаманюга здесь что-то шаманит. Ну-ка, уйди. Эх, ребятки, это какая-то жесть. Вау. Нет, ну опять что ли? Ну издевайтесь. Продолжить. Это все, ребят, я не прошел уровень. То есть продолжить это сейчас, это не то продолжить. О, нет, твой проигрыш. Блин, вы издеваетесь, чуваки. Как здесь побеждать-то, алло? Это просто нереальные уровни, ребят. Мне один уровень хотят пройти сегодня. Я кристаллов потратил, я динозавра улучшил. Я сделал все, что только можно было сделать, но что-то как-то не проканало. Давай еще разок. Я давненько не играл, может в этом причина их проигрышей. Давай, погнали. Ух, когда вот эти вот штуки появятся, это, наверное, вообще будет жесть. Сколько этих теток было сегодня на уровне, я просто не представляю. Огромная куча. Так, ладно, сейчас у нас аниматоры. Опять я с яблонькой торможу. Ладно, ждем аниматоров. Сейчас аниматор у нас будет вот здесь пробегать, и мы, наверное, жахнем эту бомбочку нашу. Так. Так, вот он пробегает. Давай, птица, где-то там. Баба! Есть, готово. Нам нужно яблоньку еще раз улучшить, иначе все будет печально. Баба! Есть, готов. Так, еще один аниматор. Бомбочка вот сюда. Готово. Готово, у него хпхи нормально так снесли. Давайте, отморозков сейчас мы шрапнелькой добьем. А, ну все, аниматор у нас сейчас по колючке пробежит, и ему хана. Блин, ребятки. Еще один, у нас снаряды перезаряжаются очень долго. Ну ладно, давай хотя бы этих вынесем. И начнем аниматора гасить. Так, давай еще шрапнелька. Шрапнелька! Нет! Бомбочка!
В прошлый раз лучше было, да ладно, ну как вы издеваетесь, чуваки? У меня был в прошлый раз суперволун, а в этот раз у меня суперволна нет. Ну давай, наверное, купим. Поехал, ударил, все-таки успел. Вот гаденыш. Ну ладно. Здесь у нас шаманы бегут опять. Ладно, улучшаем, и Тирексик у нас пошел. С первой тетей Тирексик, мне кажется, должен справиться, потому что она у нас изичная такая, без брони. Так, шаман. Да блин, где ты, шаман? Вот, лови. Лови, шаман готов. Так, ну ладно, остальные снаряды прибережем. Погнали эти чувачки. Длинноногие, длинношеи. Так, и смотри, такая толпа. Ей, загасил он, ребят, тетку. Но тетка-то была без брони, остальные у нас. Оу! Погодь, мужик, погодь. Опять суперволн, короче, поехал. Ну, ничего не могу поделать, ребята, против этих аниматоров, это просто жесть. А, столько кристаллов потратил. Эта тетка уже бронированная, с ней будет посложнее. Ладно, все, бережем снаряды. Нам бы, наверное, еще яблоньку улучшить. Так, давай, еще один длинношей пошел, давай, и Рокки побежал. И шрапнелька еще, улучканем. И Тирексик еще, давай. Тирексик, снаряды зарядились. Так, о, вот этих надо жахать. Где-то у нас еще под конец, там ближе аниматор придет в последней волне, по-моему. Что-то не жахнулись? Не жахнулись молоточники, алло. Блин, какие ж вы живучие-то! А, Тирексик, тащи! Ничего не знаю. 20 кристаллов потратил на 3 волна, вы серьезно, мужики? Я что еще, если солью, я вообще опечалюсь прям. Очень сильно, смотри, что творят! Смотри, что творят чуваки эти. Ну, первобытные, но, блин, их просто очень много. Молоточники есть. Отморозились. Так, Рокки пошел. Еще брахио у нас, короче, не хватает у него яблок. Ладно, снаряд пока прибережем. Так, нету аниматоров, ладно. Давай. Оу! Я что-то проморгал, момент, смотри. Давай, длинноногий. Фух, спас наше яичко, но я так понимаю, ненадолго это. Тирексик, бегом! Вы издеваетесь, что ли? У меня кристаллов теперь нет продолжить. У меня денег нет. Эх, ребята, это какая-то жесть. Это просто жесть. Я в шоке. Я даже один уровень не вывез, и продолжить я не могу. Ну ладно, сдаемся тогда. Сдаемся. Давай еще один раз бомбанем, это будет последний. О, вы молодцы, конечно, я купил за 20, а вы мне за 10 предлагаете. Вот вы, я в шоке с этой игры. Ну ладно, давай, все, последняя попытка, ребята. И какой результат выйдет, с тем результатом я этот видос и закончу. Фух, это просто жесть. Так, что там по поводу улучшить снаряды? Улучшить снаряды. Давай, снаряды. Бомбочка 10 тысяч. Ледяной валун это я не использую. Шрапнелька 19. Это что у нас там? Ледяная бомба 24. Ага. На шапнель не хватает. Ну ладно, давай бомбочку тогда. Бомбочку улучшаем. Улучшаем бомбочку. Осталось еще 3 уровня, и все, у нас будет предел. Максимальное улучшение. Ух, ребят, осталось 2 жизни. То есть я 3 раза проиграл. Это нереальная жесть. Кристаллов надо, короче, чтобы один уровень пройти, нужно кристаллов просто необъятное количество. Чтобы покупать все вот эти штукенцы. Ладно, сейчас будем валуны использовать только в крайнем случае. И у нас опять же нет кристаллов для того, чтобы продолжить. Опять яблонька! Блин, ребят, я опять проморгал. Ну ладно, давай, бегите. Что у нас тут? Шрапнелька? Ладно, шрапнельку давай используем сюда. Давай, лети, птица, бегом! Баба! Нормально, два яблока забираем. Нет, погодь. Где там еще один бежит сейчас? Вот он. Давай. Где там птица? Бабах! Ну, вроде как в эпицентре оказался. Давай еще. Бабах! Так, вот. Да, вот этого нужно сейчас жахнуть. Я надеюсь, там колючка его отравит. Да блин, ну серьезно, чуваки! Не получится, ребят. У вас новое достижение! Я... Сливаюсь уровень за уровнем. Получаем еще яблоньку. Яблоки.
Еще яблоко. Эй, куда оно делось? Может, оно собралось? Так, шаманюга. Шаманюга, давай это сделаем. Жахнем. Бабах. Два шамана. Готово. Так, тетка. Ну, тетка у нас с теткой справится тирексик. Ладно, ладно. Нам бы еще разок улучшить. Еще шаманюга. Ну, лови сюда. Давай, тирексик пошел. Где там? Аниматоры. Аниматоры. Ну ладно, сейчас загрызет. Ну, в принципе, изи для него. Так, этих чуваков давай заморозим. А! Раньше времени! Стопы! Вот этого! Давай-давай-давай, шрапнелька! Гаси! Блин, живучий какой! Сейчас, подбежит поближе! Подбежит поближе! Подбежит поближе! Давай! Давай! Ну! Бомбочка! Бомбочка! Есть! Фух, успели, успели, ребята. Так, этот у нас тетку в маске грызет. Не, короче... Эй, что за дурацкие подсказки? Не надо мне таких подсказок, я для аниматоров берегу. Умники, умники ты же мне подсказывает. Кидай шрапнельку на тетку, сейчас, ага. Нам надо... Куда? Нам надо куда? Надо сюда вот жахнуть. Молоточники опасны. И копеечки. Так. О, о, нормуль. Более-менее. Более-менее. Так, Рокки. И еще нога стоит. Шаман. Ты один там? Они что-то по двое в последнее время стали уходить. На тебе. Оп. Печалька. Печалька. Против такой толпы мы не вывозим. Вывозим. О, уделали что ли? Ладно, длинноногого нашего уделали. Может, мы заморозим теток? И попроще будет немного. Ну, да. Конечно, сомнительно. Не, копейщики, копейщики. Надо копеечка мочить. А, все, замочили копеечка. Блин, этого динозавра сейчас уделают два счета. Так, 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 снарядов-то нету, алло. Так долго перезаряются снаряды, ребят, что просто жесть. Так, давай, давай, шрапнелька. Уделай этих двоих. Так, Рокки или кто-то там, Рэмбо. Да блин! Они не уделались! Нет! Да что? Тирексик, спасай положение! Нет! Чё, подставил вроде? Подставил, короче. Подставил себя под удар. Тирексик. Ну что, у нашего яйца здоровье ноль! Здоровье ноль! Тирексик, живи! Давай, Брахио! Блин, ребят, ну это какая-то нереальная жесть! Как я должен в это играть, при этом еще и выигрывать? Эй! А, все, тирексик готов, яйцо наше замочили. Кристаллов нет, ничего нет, ребят. Вот это фиаско, братан. Нереальная жесть какая-то. Как проходить эти уровни, я просто не представляю. Тут в каждый видос нужно донатить, наверное, 1000 по 1500 рублей, чтобы хотя бы пройти один или два уровня. Это просто нереально. В общем, ребят, у меня возникает дилемма, выкладывать этот видос или нет. Потому что если этот видос сейчас не выложу, видоса сегодня не будет вообще никакого. И получается у нас как с моими поющими монстрами. То есть я тоже туда задонатил, пытался вывести монстра, все кристаллы потратил, а результат равен нулю. И возможно появится кто-то недовольный, что типа видос ни туда, ни сюда. Ну а что я могу поделать, ребят? Просто нереально сложная какая-то жесть начинается в этой игре. И как ее проходить без доната, я вообще понятия не имею. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.